Астигматизм – это нарушение рефракции глаза, при котором световые лучи, попадающие на него, преломляются неправильно и фокусируются не в одной, а в двух различных точках, причем ни одна из них может не находиться на сетчатке глаза. Место, где фокусируется изображение, зависит от того, сопровождается ли астигматизм близорукостью, миопией, или дальнозоркостью, гипермиопией. Астигматизм вызывает искажение или размытость изображений как на близком, так и на удаленном расстоянии. Неравномерное искривление передней поверхности глаза вызывает астигматизм. В норме роговица искривлена равномерно во всех направлениях и имеет круглую форму, подобно бейсбольному мячу. При астигматизме поверхность по одному меридиану искривлена больше, чем по другому. Вследствие этого передняя поверхность роговицы приобретает форму, похожую на форму мяча для игры в американский футбол.